27-й тур МЛБ первой лиги. Приветствую вас в Краснодаре, стадион Кубань, традиционные желто-зеленые цвета. И сегодня краснодарцы принимают СКА Хабаровск, дальневосточники. Тима Шлекевич, свисток, начало игры, последний матч. Еще раз 27-го тура МЛБ первой лиги. Кубань зимой камбэкнул. Перка, болельщики, нужен гол, и удар, какой же рыбкой-то попал Байрев, а! Не сдержали, и просто прицелившись очень точно и очень здорово, он даже полурыбкой, не знаю, там в Краснодаре сейчас что-то водится, какой-то такой желто-зеленой над штрафной площадкой гостей. Эту подачу, этот кросс с фланга. В центре опасно может быть. Прессинг, и остается мяч. У Хабаровска здорово. Сосранов и забивать должен был. Должен был Рустам Сосранов на 22-й минуте сравнивать счет. Классную передачу ему кто там отдал, придя на эту борьбу. 95-й номер. На 7-ю сотню пойдут хабаровчане. Рыбин! Подключение опытного защитника на Архипова. Снова Рыбин. Пробить может. Ай, как! Зрячий за спину Имамову. Может быть, не всем известен по регламенту человек, который... Момент смотрим, потом продолжим. Махатадзе покатил, и Архипов забивает! Архипов, о котором я говорил, который давно не забивал. Кажется, Чуперка отдал опять. Не Махатадзе, ну и поздравляют Архипова в дальний уголочек. Имамов лица нет. Вот эта характеристика сейчас тому кадру, который мы наблюдали. Это радость Кубани. 2-0 в раздевалочку Хабаровску. Ну а мы смотрим дальше. Итак, Олейников и Петров. Экс-кубанцы. Олейников с правой. И первый мяч. Первый мяч Хабаровска. 52-я минута. А что ж такое-то, ребята? А что за стеночка? Нестеренко. Очень просто пропустили. Читался удар всей командой. Команда есть, команда есть. И Шаронов, и все парни. 52-я. Давайте останавливать. Чуперка. Две голевые. Момент может быть. Масейчук не поднимает флажок. Помощник главного. Момент. И забивать Имамов. Исполняет Масейчук. Хабаровчане там под 67%. При том, что Кубань в своем прошлом матче против Арсенала была худшей. Момент, удар, и влетает мяч в ворота, 2-2. Это Алиев. Какие отчисления. Я здесь. Саид Алиев, 2-2, 75-я, да. Вернулся, 6 матчей. Ну, до слез, ребят. Кто там писал, что его не будет, то обсуждал, закрываем рты. Показал Алиев всем. Но вот замена Поздняка, да, о чем-то говорит. Выход центрального защитника в последние минуты. Нежелание ли это счет сохранить? И я думаю, что вот с Волгой 3 очка — это тот Рубикон, который должны преодолеть армейцы, чтобы эти разговоры вообще на нет сошли. В ближний угол катил Жемлединов, Нестеренко, Машлекевич свистит, все, 2-2, первый тайм 2-0. Байриев в начале 10-я минута, потом 2 мяча и 2-2. И ничья